звуки, которые вы слышите, это катящиеся камни, чтобы вы понимали. К слову, и сама деревня просто потрясающая. Мы ее проехали по-быстренькому, потому что у нас сегодня такие глобальные планы. А в следующий раз, когда мы сюда приедем, мы обязательно приедем, потому что нам очень понравилось. Мы ее обгуляем как следует, все ее закрыли.